Столкновение ракетного крейсера военно-морских сил США «Лейте Галф» и сухогруза «Роберт и Пири» произошло у побережья Флориды. Об этом сообщается в официальном аккаунте американских ВМС в Твиттер. Инцидент произошел во время пополнения запасов, отмечает телеканал RT. Военные корабли судна столкнулись кормовыми частями. При погрузке кораблей на юго-восточном побережье никто не пострадал, говорится в сообщении военно-морских сил США. После инцидента корабли продолжили плавание. Отмечается, ущерб морских судов оценит после их возвращения в порты приписки. ВМС США проведет специальное расследование случившегося.